Губернатор Приморского края Олег Кожемяков встретился с министром строительства России Ириком Файзуллиным. Стороны обсудили реализацию национального проекта «Жилье и городская среда в регионе», а также меры поддержки строительной отрасли. Обсудили вопросы, касающиеся, прежде всего, развития города Большого Камня, той инженерной инфраструктуры, которая сегодня должна быть в Большом Камне, той поддержки со стороны федерального бюджета на строительство ливневки, также использование инфраструктурных бюджетных кредитов для промышленного парка под строительную индустрию. Кроме того, мы обсудили вопросы продолжения строительства по ЖКХ «Остров», жилищному кооперативу «Остров», именно по многоквартирным домам, о необходимости выделения дополнительных средств, нашли взаимоприемлемое решение, которое позволяет не останавливать стройку, а продолжать ее с тем, чтобы уже в этом году часть объектов была сдана, оставшаяся в другом. Тема обманутых дольщиков находится на особом контроле Олега Кожемяка. С 2019 по 2021 годы в регионе под общим руководством Корпорации развития Приморского края достроены и сданы в эксплуатацию 18 жилых объектов, восстановлены в правах около 3000 семей. С начала 2022 года уже сданы 4 объекта. Анна Дьякова, новости на 8.